Земли. Боевую песню мы в года былые на штыке советском гордо пронесли. Гадам нет пощады и нет спасения гадам. Встретит ли их пуля, молодецкий штык ли? Мы врага спросили, разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли? Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет. На земле, в небесах и на море наш навек и могучий суров. Если завтра война, если завтра поход, пусть сегодня в поход. Да не за праздничным столом, за то, что в жизни не сбылось, за запах девичьих волос, за те места, где небо крыша, за телеграмму замуж вышла, за марш-бросок глухие стоны и за десантные погоны. Фирдосяюс мне, я кадац ата, дело он хочешь, теж газот я глата, ты не на халане хвой тогда парна, дикаво хасурду эхр тахдала, ты не на халане хвой тогда парна, дикаво хасурду эхр тахдала. Силахчу исламом байракаш айба, асхаби гылакаш тайгара гайта, делер годир хушдахталаш майра, маршоя ожаллах кинек бац байна, делер годир хушдахталаш майра, маршоя ожаллах кинек бац байна. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Умирает отчизна моя, нет спасения, ужасен недуг. Злую радость в душе затая, смотрят недруги злобно вокруг. Расплелась золотая коса, распоялся алмазный венец, от страданий угасла краса, с плеч свалился державный багрец. Thank you.
Всех врагов на землю готова правда нацию зажечь и пробудить, как спящую царевну. Нам вяжет руки бешеная ложь. Когда же, Русь, для Бога ты проснешься? Будь со Христом, коль со Христом умрешь, то со Христом воскреснешь и спасешься. Царь наша сила, царь русский вождь, царь — это русское знамя. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Мы все потеряли, но нас не возьмешь, победа будет за нами. Казаки 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом а не приходит. Жить, ай, Люба, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Im Kriege dachte ein jeder Mann, im Kriege dachte jedermann ja an sein Weibe, das ihm schreibe, wann seh ich dich irgendwann. Ja an sein Weibe, das ihm schreibe, wann seh ich dich irgendwann. An alte Zeiten dachte er auch, an alte Zeiten dachte er auch, durch alte Pfeife ihn umschweifte dich der dunkelblaue Rauch. Durch alte Pfeife ihn umschweifte dich der dunkelblaue Rauch. Alles herhören! Bei diesen Männern und
Handelt es sich um russische Saboteure? Sie sind sofort zu erschießen. Vollstreckung. Legt! An! Mir erschien die Welt mit einem Mal so schön, so vergnügt und nicht so froh. Darum hab ich mich gefragt, warum, wieso? Ich hab nachgedacht und konnte es nicht verstehen, doch ich fühl irgendwo, dass das Herz mir so noch sagt, warum, wieso? Jahren fing er als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal über das Meer. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Er hielt ihr die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Hinter Staffel 3.